until tomorrow. Kiss me like the first time. Until tomorrow. Kiss me like the first time. Until tomorrow. Привет моим девочкам, гостям моего канала. Я не знаю, смотрите вы такие видео сейчас еще или нет, но раньше они у меня выходили, и собралось сейчас большое количество у меня пустых баночек, именно хороших средств, которые мне понравились. Я хочу порекомендовать их вам. Итак, первое средство — это от Виши Mineral 89. Вы знаете, я никогда бы не подумала, что бустер под крем, он вообще нужен. На самом деле, действительно нужен. И я еще 2 года назад не пользовалась никакими бустерами. Я просто после того, как умылась, наносила просто крем, и все. И считала, что этого достаточно. Но с помощью именно бустеров, таких гелей, они идут с гиалуроновой кислотой, моя кожа действительно стала выглядеть лучше и благодарить своим внешним видом. В принципе, вы можете видеть, у меня сейчас на лице бибишка, то есть никаких там сильных средств, да, нету, которые перекрывают кожу, но я очень довольна, я крайне редко сейчас крашусь, в основном это просто ресницы и там губы, да, вот, но в данный момент я при параде, потому что я после съемки телевизионной снимаю уже и свое видео, но это уже отдельная тема, это все будет во влоге, смотрите мои влоги. По поводу бустера, мне из всех средств, у меня их 3, я сейчас вам сразу скажу, какой лучше выбирать. Вот, у меня здесь корейский тоже бустер, тоник, вот. Он стоит сейчас 1000 с чем-то гривен, тогда он стоил 900... 60, ну неважно, да, около 1000. Тут очень большой объем, его надолго хватало, он неплохой, но Mineral 89 мне нравится больше. Я не знаю почему, может быть по густоте, как-то вот сразу у меня сухая кожа, моментально впитывается, не оставляет липкости, хотя у многих девочек они жалуются, что после него есть такой липкий эффект, но я думаю, что это зависит от кожи. У меня моментально впитывается, просто проглатывает этот бустер, и сверху наношу крем. Поэтому рекомендую, они идут в принципе по ценовой политике, вот по порядку. Вот этот вот самый дорогой, я внизу пропишу название и оставлю ссылочки на что как бы возможно. Ну, я думаю, что сейчас в интернете можно найти все что угодно. Его можно купить, я покупала, сейчас вам скажу, в Киеве, в Гулливере есть магазин с корейской косметикой, я его покупала там. Вот, неплохой, реально неплохой. Его можно брать, тем более он с, по-моему, эффектом anti-age, то есть уже с кожей 25+. От Виши прям рекомендую, аптечная марка, кто не знает, ну, я думаю, что все знают, но в любом случае можно найти в аптеке. Точно так же можно найти в интернете, то есть в интернете, наверное, даже будет дешевле. Но, опять же, смотрите, чтобы не было подделок. Я пробников не видела, но может не подойти. Некоторым девочкам, даже блогерам, некоторым не подошел. Мне подошел. Если у вас сухая кожа, я думаю, вам подойдет. И аквафлюид от L'Oréal, гений увлажнения. У меня это уже 3-я. То есть это 1-я, я просто сохранила. Но еще 2 у меня уже улетели в урну, и я продолжаю пользоваться. Видите? То есть мне действительно нравится. Но девочки меня предупредили, и я сама заметила, что вот гений увлажнения, он действительно хорош, но когда тепло. То есть если вы летите отдыхать, если лето, начало, например, конец весны, начало лета, то есть вообще он идеально заходит. Сентябрь тоже будет хорошо, но потом его можно использовать только на ночь. Почему? Потому что он на водной основе, соответственно, на улицу, то есть вы проснулись, умылись, нанесли его, намазали лицо обязательно, если зима, ну, когда холодно, питательным кремом, и выходите на улицу. Вот тогда он может не очень хорошо сработать, потому что водная основа, поэтому только на ночь. Вот его можно
холодное время года только на ночь. И еще у меня есть одно средство, оно заканчивается, но оно еще есть. Я тогда вам сразу тут покажу. Это от La Roche-Posay. Это классное средство с витамином B5. Я тоже оставлю на него ссылку. Так, у нас были бустеры. После бустеров... А, нет, забыла еще одно. Это тоже типа бустера, тоже тоник. Он тоже... наносится на чистую кожу после того, как вы умылись, но эту вещь мне подарила косметолог, у которого я была, и она мне очень подошла. Потом на время пропала, то есть не было этого средства, и теперь он опять появился, но в обновленной форме. Я оставлю ссылочку. Здесь тоже гиалуроновая кислота, и здесь кислоты... разные, витамин С. Кстати, если кислоты, то летом не очень, наверное, хорошо, а зимой будет хорошо. Я как раз зимой пользовалась, мне очень понравился. Это Кремвелл, как-то так. Вот, и теперь идем по кремчикам. Я вам покажу, это мой просто любимчик, это мой must-have. Я не знаю, как можно назвать, это уже на протяжении не одного года. Если вы меня давно смотрите, то, в принципе, знаете. Я покупаю, заканчивается, я покупаю, могу сделать перерыв небольшой, и опять покупаю, опять покупаю. Вот, это интенсивный увлажняющий крем от Jean d'Estrée. То есть это увлажнение в двойном действии. Он у меня круглогодичный. Почему? Летом он у меня идет днем, когда зима, он у меня идет на ночь. Но он мега крутой. Он просто очень крутой. Поэтому его я рекомендую. Мне кажется, он для любой кожи. Вот. Могу теперь наконец-то выбросить. А то все сохраняла и сохраняла. И вот, заканчивается. Проходит там, может, какое-то время. Если у меня есть какой-то кремчик, я пользуюсь. Потом опять я к нему возвращаюсь. Не могу я без фирмы Jean d'Estrée. У меня, кстати, вот от Jean d'Estrée. Сейчас у меня, правда, пробнички. У меня много пробничков. Вот. Это питательный. Вот он сейчас на вот октябрь, ближе к октябрю, он просто незаменим. Он очень питательный, но он не оставляет вот этой тоже липкости. Он впитался и аккуратненько можно наносить макияж на него. Он очень хорошо питает кожу. Вот. Это тоже Jean d'Estrée. А, кстати, стоп! Вот эти средства вы можете купить у меня в интернет-магазине Instagram. В Инстаграме интернет-магазин. В общем, замутила я такую штуку, потому что вы у меня просите: Аня, Аня, где купить, где купить? Есть некоторые фирмы, некоторые компании, некоторые находки, которые я не могу вам дать ссылки, потому что ссылок нет. Вот, например, эти вещи я могу купить по знакомству в официальном представительстве этой компании. Там могут купить только косметологи. То есть, если вы косметолог, вы можете купить, если нет, то вам просто не продадут. Поэтому можете купить у меня. Можете найти в интернете. То есть, в принципе, как хотите. Ссылочку на свой Instagram-магазин я оставлю внизу. Вот, так, вот, вот так. Следом. Тут у меня кремчик очень прикольный, и многие блогеры его хвалили, и мне он очень подошел и тоже понравился. Это Толеран крем. Ну, тут тоже ничего не написано, я просто помню, что я им пользовалась, он увлажняющий, и он очень-очень хорошо увлажнял кожу, вот прям, ну, не знаю, как-то он так хорошо, мягко впитывался, вот правда, не знаю, девчонки, кто пробовал, очень его хвалили. Ценовая политика у этих кремов очень хорошая. Плюс это аптечная марка. Может быть, это морально успокаивает, я не знаю, но мне подходит. Так, дальше. Давайте я вам быстренько пробегусь по... У меня тут три кремчика. Чтобы видео не затягивать, опять я болтаю. Три крема от Vichy. Они все разные, но все три прикольные. Вот этот вот крем, это тоже очень глубокое такое увлажнение, но он очень легкий, такой безумно-безумно легкий, он такой как гель. Ну, то есть, в принципе, у него и гелевая основа такая была. Это и есть гель. Тут, кстати, так и написано. Это гель-крем. Вот. Его на ночь, в зимнее время года, очень хорошо использовать, поэтому его я тоже рекомендую. Он у меня быстро закончился. Как-то
У меня тоже кожа его моментально впитывала. Ну, мне быстро именно закончился, просто в момент. Но я все равно рекомендую его к покупке. Может быть, у вас не будет такого большого расхода. Он на ночь будет хорошо в зимнее время года. Вот этот вот кремчик мне очень понравился. Его можно наносить было и как крем, и как маску. А я его использовала больше как крем. Видите, прям все-все-все оттуда забрала. И результат я увидела. Кожа была довольна, и я вместе с ней. В последнее время я люблю средства от Виши. Вот этот вот у меня появился, наверное, где-то год назад. Это моя первая баночка, с которой я начала собирать вообще баночки. Потому что вот настолько мне понравился, что я решила, что я буду собирать и вам показывать то, что как бы мне приглянулась, от чего кожа говорит спасибо. Вот от этого крема она говорила спасибо. Он ночной, тут ничего не осталось. Я бы вам показала по текстуре. Он такого коричневого цвета и кажется прям как будто страшно. Вот. Но на самом деле вовсе нет. Он, ой, длинный нос. На самом деле он впитывается. Сначала, конечно, выглядит не очень из-за цвета, потом впитался и все. Кстати, его тоже можно наносить как маску. То есть вы нанесли, потом убрали. Я тоже не убирала. Я нанесла, он впитался, я такая вау-вау-вау, ложусь спать. И, кстати, его можно было наносить как маску и как бы засыпать, да. Но многие девочки, смотрела в Ютубе и в Инстаграме, боялись, что испачкает подушку и тому подобное. Нет, ничего не пачкала, хотя я наносила тоже таким толстым слоем. Все окей, впитывается моментально и как бы, ну, не оставляет никаких там жирных следов. Поэтому, если вдруг хотите какой-нибудь классный ночной крем, вот я его реально рекомендую. И последнее, что я вам хочу тоже порекомендовать, это питательный крем. Это вообще бюджетная марка, это Микса. И Микса мне не все подходит. У них есть очень классные средства. Вот для тела у них очень классный бальзам. Сейчас точно вам сейчас не скажу. А, кстати, есть такой прям очень-очень питательный для огрубевшей кожи, может быть, на локти, на пятки. То есть у них тоже есть такие, ну, классные средства. Я могу о них тоже рассказать, они у меня есть, но просто пока не закончились. Вот этот вот быстро закончился, ну как быстро, он по расходу он нормальный, просто я имею в виду, что я до конца его израсходовала. Кстати, у него очень прикольный аромат, я не люблю крема с отдушкой, вот правда не люблю, но здесь меня не напрягала вот эта вот отдушка. Она такая как парфюмированная, и были моменты, когда мне молодой человек говорит: у тебя такой классный парфюм, а я сама думаю, ха, это крем для лица, вот, поэтому прикольный. Но если вы не любите отдушку, то вам не понравится. Вот, это ночной крем, здесь написано, но я, в принципе, кстати, тут написано, что это крем-гель для сухой и очень сухой обезвоженной, чутливо переводим. Конец рабочего дня, я уже, если честно, словарный запас заканчивается. Хороший крем, я его вот правда рекомендую. Я найду и оставлю тоже ссылочку, чтобы вам не читать название. Елуро гель ночной. Вот он. Вот, все ссылочки внизу будут. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что мои рекомендации вам приглянулись, или вы что-то хотели, но не могли определиться. Надеюсь, я вам помогла. Все, всех люблю, целую. Ваша Запорожская, пока-пока.